Дорогие ребята, вы прекрасно знаете, что есть, конечно, и права, и обязанности, но есть еще и ответственность, есть еще и правонарушения. Не секрет, что в современном мире очень важно быть юридически подкованным. Ведь незнание закона не освобождает от ответственности. И время этой ответственности наступает для граждан России уже с 14 лет. А значит, юридический ликбез необходим даже школьникам. Приглашаем детей, проводим с ними правовые викторины, кроссворды, распространяем среди них брошюры правового характера, проводим иные мероприятия, направленные на правовое просвещение, правовое воспитание детей. Вот с 2013 года ежегодно в нашем учреждении проводится такое мероприятие. София Китокова, несмотря на юный возраст, испытывает живой интерес ко всему, что связано с юриспруденцией. Имеющиеся знания девочка могла использовать в ходе викторины. По ее мнению, юридическая грамотность – обязательное требование в современном мире. Мне очень понравилось наше сегодняшнее мероприятие. Я считаю, что их надо проводить гораздо чаще. Я узнала много всего нового. Мы играли с командой из 5-й школы. Они действовали очень слаженно. Мы придумывали девиз команды, название, отвечали на разные другие вопросы. Конкурс завершился со счетом 1-1, и представители обеих гимназий поделили пальму первенства между собой. А само мероприятие завершилось просмотром школьниками фильма о правах детей. Алина Баташева, Назир Капушев, Архыз, 24.